Приветствую вас на канале Банковский в нашем небольшом обзоре вклады для физических лиц Промсвязьбанки. И вот здесь на рекламной странице вкладов банк размещает все продукты, которые доступны на текущий момент. Первый вклад здесь годовой бонус, он называется. Если вы делаете его с 15 марта по 20 марта, то есть в очень короткий промежуток времени, то получаете повышенную процентную ставку. То есть это такой своего рода рекламный вклад, который именно привлекает клиентов. Ну и, соответственно, такого рода акции, они проводятся достаточно часто. Если вы не попадаете в этот промежуток времени, следите за акциями. Их Промсвязьбанк проводит достаточно часто. Ну давайте заглянем, вскользь посмотрим, что за условия предлагаются. Значит, ставка повышенная до 5,1% годовых при размещении новых средств от 1 миллиона рублей. То есть это для крупных вкладчиков. Надбавка для премиальных клиентов получается 0,1% годовых, по сути. Не так много, но с учетом того, что другие банки предлагают, вроде бы неплохо. Ну и здесь, соответственно, таблица представлена. То есть, чем дольше срок вклада, тем, соответственно, выше процентная ставка. Ну и от суммы она тоже зависит. Получается, 5% можно получить без учета надбавки, значит, от 2 миллионов, сделав вклад. Ну и, соответственно, сделав его на 732 дня. Не так много найдется вкладчиков, которые себе могут это позволить, но тем не менее. Ну и, соответственно, вот они для премиальных клиентов тарифы, которые в Orange Premium Club состоят. Следующий вклад, на который следует обратить внимание, это зимнее чудо, да, так называемый вклад. Давайте его посмотрим. Тут ставка еще выше, чем по предыдущему, до 5,5% годовых и 250 дней срок. Значит, здесь какие предусматриваются тарифы? То есть первоначальная сумма вклада от 10 тысяч рублей. И дальше тут идут сроки и процентные ставки. Значит, если от 1 до 50 дней вклад 5,5% годовых, от 51 дня до 100 дней 4,25% и от 101 до 250 4%. Ну, не самый привлекательный вариант ввиду того, что очень короткий срок. То есть его либо нужно перекладывать, переоткрывать каждый раз, а это, знаете, не очень удобно, даже при наличии современных технологий. А получается, что доход вы получите не такой уж и большой. А если открываете вклад на более длительный срок, то получаете не такую привлекательную процентную ставку. Например, 4% годовых. В других банках можно на неограниченный срок класть деньги под такую ставку, примерно с такими же ограничениями. Поэтому не вижу я здесь смысла именно заморачиваться и как бы мучить себя тем, что вот это переоткрывать без конца этот вклад. Онлайн вклад. То есть, исходя из названия, видимо, вклад нужно открывать не в отделении банка, а самостоятельно через интернет-банк. Кстати, вот получить доступ в интернет-банк можно, оформив, например, карту, ну, либо придя один раз в офис и открыв какой-либо вклад, вы получаете доступ в интернет-банк. Значит, 4,75% максимальная вставка. Не очень привлекательно, конечно, но все равно посмотреть стоит. Первоначальная сумма от 100 тысяч рублей, максимальная сумма 5 миллионов. И всего лишь 4% при сроке вклада на 122 дня, а максимум мы получаем 4,75 при сроке вклада 731 день. Поэтому как бы так себе, на мой взгляд, да? То есть ничего такого особенного. Следующий вклад, мой доход, он называется. 4,6 годовых процентная ставка
надбавка для пенсионеров, премиальных и зарплатных клиентов 0,1. В принципе, можно посмотреть. И здесь что у нас? Валюта может быть рубли, доллары или евро. В валюте не очень, тут вообще, можно сказать, дохода нет. А вот в рублях от 10 тысяч рублей до 4,5 при условии, что вы кладете на 731 день. Значит, от 100 тысяч идут такие же ставки. Открытие вклада на указанную сумму доступно при размещении вклада в банкомате. То есть, если вы в банкомате это делаете, получаете эти вот ставки от 10 тысяч, а если через интернет-банк, то от 100 тысяч уже. Ну и, соответственно, надбавка. И вклад «Моя копилка». Кстати сказать, одноименный вклад, точнее счет, наверное, да, накопительный, есть в банке «Открытие». Там идет 4% годовых при сумме от 10 тысяч рублей. Что же нам Промсвязьбанк предложит в этом отношении? Значит, ставка меньше явно, да, то есть от 10 тысяч мы получаем максимум 3,5. И то при условии, что 731 день. В открытии там получается сразу, да, то есть если вы от 10 тысяч кладете, вам каждый месяц начисляется процентная ставка из расчета 4% годовых. Поэтому явно вот этот вот вклад, он проигрывает вкладу в банке открытия. Значит, вклад «Мои возможности», что он дает нам? Ну, тоже до 3,61% годовых, ничего такого особенного не вижу я. Сумма некомфортная, минимальная, ну и доход, как водится, да, то есть от 50 тысяч рублей до 1,5 миллионов. «Моя выгода» – последний вклад. Тоже ставка не самая привлекательная – 3,5%, минимальная сумма от 10 тысяч рублей. И, значит, если таблицу посмотреть, то можно от 10 тысяч рублей положить, и при условии, что 831 день продержите деньги, вы получите всего лишь 3,5%. Поэтому, как бы, вот эти вклады последние, они вообще, вот «Моя выгода», «Мои возможности», «Моя копилка», да, они, в общем-то, на мой взгляд, недостойны внимания. Лучше все-таки, наверное, посмотреть на онлайн-вклад и вклад «Мой доход». Вот они наиболее как бы оптимальны. Хотя, я еще раз говорю, в других банках есть предложения и получше. И, в общем-то, если вы посмотрите вклады нескольких топовых банков, сравните с вкладами Промсвязьбанка, не обязательно вы, соответственно, вложите деньги именно в Промсвязьбанк, хотя я никоим образом вас не хочу отвращать от этого. То есть, если вы хотите, конечно, доверить свои средства Промсвязьбанку, пожалуйста. Просто я хочу ваше внимание обратить на то, что перед открытием вклада надо сравнивать продукты разных банков, ну и, соответственно, уже доверить деньги тому, кто предлагает лучшие условия, более высокий доход и более оптимальный способ вывода средств. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и всего вам хорошего.